Ладно, я пойду. Все за мной. Славик, подними ключ. Он должен быть под ковриком. Вроде папа сказал, что ключ под ковриком. Я занимать кровать. Я понимаю, что ты здесь вырос, но мне здесь как-то не по себе. Не тревожься. Всего одну ночь здесь переночуем. Завтра пройдут похороны и... Должны ночевать в одной... Братик, проснись! Ой, как ты интересно придумала! О, Славик, привет! А мы с бабушкой играем. Хочешь с нами? Аня, что ты здесь делаешь? Бабушка же умерла! Нет, она живая! Вот же она стоит. Ага! Фух, кажется, это был просто сон. Странно. Аня что, уже проснулась? Проснулся наконец-то. Садись кушать. Вы же умерли! Бабушка у тебя, конечно, пожилая уже, но еще не настолько, чтобы помереть совсем. Куда вы дели мою сестру? Ты как с бабушкой разговариваешь? Какая еще сестра? Иди лучше мусор выброси, пока я тебя не наказал. Ишь, как вымахал. Совсем уже большой стал. Смотри, сколько бабушка нам всего наготовила. Руки у нее золотые. Это же кукла Анюты. Что она здесь делает? Здесь происходит что-то странное. Нужно скорее найти сестру. Эй, подойди-ка. Привет, это же вы приехали вчера вечером. Да, а что? Та старуха в квартире не твоя бабушка. Пойдем со мной, я тебе все расскажу. Там происходит что-то странное. Но почему ты не можешь рассказать все здесь? Здесь оставаться опасно. Эта ведьма может появиться в любой момент. Ладно, показывай дорогу. Почти на месте. Не отставай. Все время забываю эту крутилку. Посмотри под моим деревом. Здесь мы в безопасности. Старуха не знает об этом месте. Что здесь вообще происходит?
Ты знаешь, где моя сестра? Я не видел твою сестру, но старуха похищает детей уже много лет. Так что ничего удивительного, что твоя сестра тоже пропала. А были и другие? В детстве у меня был друг. Однажды мы играли с ним неподалеку от этого места. И правда, клевое место для домика на дереве. А еще я знаю, где можно раздобыть доски и инструменты. Пойдем покажу. Ого, кажется, здесь раньше не было столько воды. Как же нам теперь? О, классно грохнулся. Давай, полез. Ты чего? Это ж двор ведьмы. Давай уйдем, пока она нас не заметила. Да это все детские сказки. Она обычная старуха. Но ребята говорят. Да ты просто струсил. Хочешь построить шалаш или нет? Хочу. Вон тот сарай, который нам нужен. Блин, эта старуха тоже тут. Просто пригнись, чтобы она нас не заметила, и давай за мной. Иди, залазь, я посторожу. А что сразу я? Давай по считалочке. Ну давай. Раз, два, три. Блин. Ну ладно, я пойду. И что? Твоего друга так и не нашли? А его никто и не искал. Люди в поселке сразу же про него забыли, как будто его и не было никогда, даже его родители. Так вот почему мама и папа так странно себя вели. Но как такое вообще возможно? Еще когда я был маленький, по поселку ходили слухи, что эта старуха ведьма. Есть одна женщина, которая знает об этом больше. Говорят, что она сошла с ума с тех пор, как ее сестра пропала. Теперь она живет вдали от людей, в заброшенной котельной. Возьми этот ключ. Он открывает дверь в сливной трубе. Через нее ты сможешь попасть в котельную.
Если я смогу отпустить рычаг, то, возможно, вода уйдет, и можно будет нужно перебраться больше покрышек на ту сторону. Еще пару штук, и заслонка поднялась еще. Последняя. Мне нужно искать эту женщину здесь? Неужели тут кто-то может жить?